Наргиз и Даулет, Казахстан. Да, вот прям как с пластинки. Это любовь. Это потому что, когда люди любят друг друга, это все потом вот воплощается вот в такие вещи. На самом деле очень так прям на удивление очень хорошо, идеально, прям красиво спели. Мы очень переживаем насчет того, что в следующем туре нужно удивить, потому что, да, на первом туре мы себя хорошо показали, а это намного сложнее удивлять второй раз. Изюминка в том, что у нас по-настоящему между нами есть эта любовь, которую мы исполняем в песнях. А чем мы симпатичны? На этот раз мы выбрали другую песню по характеру. Она более страстная, где-то сексуальная. Вот. Поэтому, мне кажется, мы можем показать в этой песне, что между нами есть химия. Это же конкурс талантов, мне кажется, надо, даже если не побеждать, но показывать свои таланты. То есть, чтобы народ видел, чтобы другие страны видели, как, например, в Центральной Азии, какие таланты есть. А на самом деле, конечно, в глубине души, в наших сердцах есть мечта взять первое место. 10 миллионов, да? И подниматься в плане творчества. Даулет, как и в прошлый раз, вы покорили зал. Но что скажут судьи, давайте послушаем. Вот такая красивая пара. Прекрасно спели, молодцы. Это очень сложная песня на самом деле.
Но у вас получилось, хотя в прошлый раз вы нас больше удивили. Я ожидала такого, но в целом все нормально. Вот чуть-чуть не хватило вот этого той любви, которая была у вас в тот раз. Вот вы просто вот сносили, понимаете, вот такая была энергетика. Ну а в целом, конечно, было хорошо. Да, красиво. Красивая пара, красивая песня, шикарная. Даулет, энергист. Увидимся позже. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.